заднем фоне у меня баночки. Это болгарский перец, который я заготовил в автоклаве. Здесь вот у меня остывает лечо. Но сейчас я хочу приготовить что-то очень вкусное и интересное. Давайте посмотрим. Сейчас осень. Разумеется, очень много перцев. И я хочу зафаршировать перцы. Сделать перцы фаршированные. У меня на канале уже есть ролик, как фаршировать перцы. Но сегодня мы будем делать это по-особенному. В чугунной кастрюле. Здесь фарш. Он 2 часа созревал в холодильнике. Ну, фарш обычный, рис, приготовленный до полуготовности, говядина, свинина, специи. Сейчас этот фарш необходимо хорошенечко так размять и начинить наши перцы. Разминаем фарш. Ну, это для того, чтобы приправы, которыми я посыпал сверху, чтобы их хорошенечко туда вмесить. А так фарш, конечно, уже созревший. Вот вы видите, такой очень хороший фарш. Я думаю, этого достаточно. И все, начинаем этот фарш. Отправляем его в наши перчики. Ну и трамбуем. Замечательные перчики, замечательные будут. И теперь на фаршированные перцы необходимо залить вот таким вот рассолом. У меня это остался сок от леча, который я вчера делал. Ну, то есть, фактически это что? Томатная паста, вода, соль, сахар и немножечко растительного масла. Вот этой заливкой заливаем наши перчики. Немного можно, желательно, конечно, чтобы основная была масса заливки вокруг, но если попадет немножко в сами перцы, ничего плохого не будет. Думаю, будет тоже вкусно. Перцы подготовлены. И сейчас закрываем чугунную кастрюлю крышечкой и ставим ее на разогретую плиту. И как только рассол, наш бульончик закипит, даем ему покипеть где-то 5 минут на среднем огне. И затем просто выключаем плиту. И оставляем томиться и остывать. Ну, где-то минут на 45, можно даже на час забыть про наш чугун. В этом и будет специфика приготовления в чугуне, что приготовление будет идти за счет того тепла, который аккумулировал чугун. Ну вот они, восхитительные фаршированные перчики в чугунной кастрюльке. Сейчас, друзья, я их буду поедать. Ну и какие же фаршированные перчики без сметанки? Вот так вот укладываем ее сюда. Я люблю много сметаны в фаршированных перцах. И последний штрих перед тем, как начать все это поедать. Надо полить это все вот этим чудесным соусом. Друзья, приятного аппетита! Вкусненькие фаршированные перчики. А когда еще есть перцы фаршированные, как не в начале осени, когда их полно и они недорогие?